Никита Тудроц высказался по поводу Крапа и его действий. Никита устроил некую проверку для команды. Слова Никиты: «Если Крап нас наебет, то это будет удар и по нему. Хотелось, чтобы команда взяла на себя ответственность. Это была некая проверка». GetX. Проект с лицензией. Краш. Ставки на спорт. Получи 100 рублей за репост. Промокоды каждый час в разделе «Бонусы». Все ребята оказались готовы, но их тоже можно понять. Какой у нас был выбор? Либо послать Крапа в жопу, либо стоять до последнего за своего воспитанника и надеяться, что у него в голове что-то щелкнет. Никит Тудроц. Как думаете, щелкнет ли у Крапа что-то в голове?